Большой Немчиновский пруд появился в 1897 году. Только тогда он назывался Форштрем по фамилии владельца имения, которое находилось на его берегу. В 1912 году было празднование столетия Бородинской битвы, и правый берег пруда, который мы вот видим, он был назван Кутузовской набережной. В советские годы здесь была лодочная станция, были оборудованы места для купания, пляж, и вплоть до 90-х годов 20 века немчиновские жители и гости Немчиновки здесь купались, загорали, хорошо проводили время. Немчиновский пруд – одно из самых живописных мест Одинцовского округа. Прогуливаться по его берегу любят многие. Но далеко не все задумываются о сохранности водоема. Несанкционированный сброс сточных вод, повторяющийся регулярно, легко мог превратить его в болото. В ситуацию вмешались местные активисты. Придали проблему огласке, и их услышали. Были построены фильтры, которые не пропускают слив вод. А также была устроена вот эта замечательная набережная, вдоль которой прогуливаются немчиновские жители. В рамках программы «100 прудов и озер» водоем почистили, а набережную благоустроили. Сделали освещение, установили удобные лавочки. Не забыли и о любителях рыбалки. Для них соорудили пирсы. Теперь в Немчиновке есть полноценная зона отдыха. Хорошую набережную сделали. Дети тут любят кататься на самокатах. Летом красиво, зимой тоже хорошо все чистят. Спокойно, тихо. Вот летом уточек приходим смотреть. Я бы хотела, чтобы они продумали еще и ту сторону пруда, чтобы вокруг пруда можно было бегать молодежи. Известный издатель Алексей Горожанкин запечатлел Немчиновский пруд на одной из открыток 1911 года. С тех пор он сильно изменился, и такие перемены местных жителей только радуют. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».